Ребята, всем здорово. Это игра Battlefield 1. Если вдруг кто не понял и не узнал, я думаю, ее все уже знают. На связи с вами Хаттабыч. И я продолжаю играть в компанию. Глава посыльной. Часть называется посыльной. Будешь посыльным. Вот. Отряд из Австралии прибыл сражаться с Османской империей. Ну что, долго затягивать не буду. Давайте начинать. Надо как-то пробраться мимо османов. К чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу. Huh?
убил. Не убил же? Ну да, и на том спасибо. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Надо добраться до тылового пункта. Позиция союзников потеряна. Приказ навести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Артобстрел! Черт! Чёртовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Уже артобстрел! Чёрт! Уайтхолл, новости из тыла. Не надо. Сначала нам тут помогите. Солдаты, готовьтесь!
Мы их теснем! Они как-то... Черт их возьми! Солдаты, последний натиск! Держите! Идите к черту! Убирайтесь отсюда! Полное отступление. Деревню и форт будут обстреливать, чтобы нас прикрыть. Надо уходить срочно. Так. Я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостер. Черт! Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Штурмовать форт в одиночку? А еще Фостера называл тупицей. Так, где же тут вход, чтоб его? Şimdi... Ah!
Что, опять? Может, просто меня застрелите? Пошли. Будем тебя отсюда выводить. Тут все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Ты иди. Я прикрою твой отход. Но, Бишоп, там я еще сотни... Я притворюсь, будто захватываю форт. Это отвлечет врага. Когда пройдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Боже. Что, приказы не выполняешь? А вы-то здесь по какому приказу? Иди сюда. Вот. Ты теперь настоящий австралиец. Выгляди соответственно. Ладно. Вперед, парни! Пошли! Такова война.